Боже! Держи! А, ну это мой. А это мой. За унку когда возьмешься, а? А то в Таиланде кроме тубир ничего сказать не можешь. Угу. Не подавись. Что? Приятного аппетита, говорю. Как будто не родной, я не понимаю. Ну, кого он такой? Ты сказала мне... Придурок лагерь! Заняться, что ли, нечем? Иди вот пельмень слей. На основании проведенного теста ДНК Иванов Алексей Викторович не является отцом Иванова Данила Алексеевича. Развод! Иванова Лидия Семеновна также не является матерью. Это не ваш сын. А наш где? Фига себе, Дамина. Сколько нужно воровать, чтобы такие хоромы-то отгрохать? Ну что сразу воровать-то? Может, он доллара по 32 купил. Антон Павлович, как Чехов. Алексей Викторович, как Березуцкий. Ну, только Викторович. Вы, наверное, Палин, 2 дня от плиты не отходили, да? Это не я готовила. А кто? Слуги! Данила, мы дарим тебе вот этот новейший ноутбук. Он только что вышел в США. Спасибо, папа. Чего? Ты его уже папой называешь? Может, ты комнату мою подаришь? Давай! А я к ним поеду. А поставь в залу. В залу? Ваня! Салют, конечно, богатый. Лучше, чем на 9 мая. Но где мы теперь все жить будем? Я, кажется, знаю где. И за что на нас всего столько навалилось-то, а? Чего на вас такого навалилось? Ну, ты в хором переехал. Ты с нормальными людьми можешь пожить. Ну, был один сын, теперь 2. Так радуйтесь. Сергей Бурунов очень разноплановый актер. Да я твой род очень уважаю. Бурунов в пятницу «Горе в семье». То с понедельника по четверг он отец семейства. Пап, посмотри на меня внимательно. Ну, раздолбай, который прогуливает учебу. И успешный бизнесмен. Еще большой молодец. Спасибо. Смотри приятного Сергея Бурунова. Какие слова, они звучат как музыка. Народ! В семье не без Ивановых. Сын? Папа? И поэтому они вновь придут. Он знает цену успеха. Проходим. Он воспитан и заботлив. Хочешь нарисовать усы Гамлету Давыдовичу? Он всегда побеждает. Куда дальше? Куда? В запой куда? Хотите еще? Встречайте СТС. Ивановы, Ивановы. Ложись, папа! Вот, как тебя? Яркий усадьбу напомнил. Не уж настолько молодит, а? Не, там конкурс просто был, бег в мешках. Очень похоже. Супер-премьера. Амбиции у семьи Ивановых были всегда большие. Такими вы их еще не видели. Ты что, на муравья похож, что ли? Так люди меняются, Антош. Уже совсем скоро Ивановы Ивановы. Новый сезон. Хиросима. Вот Леша, когда сгущенку варил, вот это была Хиросима. А это так? Есть у меня один знакомый, ты бабля. Да? Ну, конечно, мой, еще из 90-х. Я думаю, у тебя из 90-х только вот эта вот рубаха идиотская осталась. И манеры. Премьера 11 ноября в 19 часов, ровно на СТС. Учую запах алкоголя. Какие шиши запах? Тебе что, напомнить, как ты за хлебом пошел и в Сызрань, что ли, очнулся? Хлеб-то принес? Магнитик тоже. My sweet, sweet love, tell me what you feel. This nice evening, you'll be my meal. На помощь! This long night, I want... Stop. You are dirty, I will tidy up. Это что-то из... раннего Байрона, да? В точку. А, подождите, скажите, или это что-то из раннего 50 Cent? Да, в семье не без Ивана. Вуаля! Кто поддержит дух и стакан? Ты бы хоть руки, что ли, помыл после леща с пивом? Кто придумает изощренный план? Чё? Биткоин через плечо. Приглашаю на открытие. Пока кто-то там шепотом где-то там висит. Хорош тебе, батрач. Да. Я тебе строитель его привез. Первоклассный. Крымский мост строили. Смотри, какие холёны.
еще солиднее. Позвольте вам представить нового управляющего нашим автосалоном Иванова Данилу Алексеевича. Что нужно сказать? Ай, красавчик! Они готовы к этому сезону. Та-да! Они стали еще дружнее. Этот придурок ушел за дверью и пропал! Да, в семье не без Антона. Я не хочу, чтобы потом про меня полгорода знало, что я шизоид, маразматик и гидроцефал, арахнофоб. От кого звучит это? Простите. И от кого все же ждать подвоха? В каждой семье есть такой Леха. Сплошь хвалебные оды. Сергей Бурунов. Дорогие мои, здравствуйте. И Михаил Трухин. Сыновей! Вы что, бессмертные, что ли? В комедийном хите СТС. Иванову в России доверяют больше. С языка сейчас снял. Ну. Ивановы, Ивановы. С 11 ноября. Огоняны очень уважаемый род. Да я твой род очень уважаю. Мощная хреновина действует безотказно.